Доступно, вкусно и полезно. Камчатский край невероятно богат на рыбу, которая пользуется спросом у рязанцев. Горожане уже знают, что у торгового центра «Премьер» работает выставка-продажа «Икра и рыба камчатская», где любители икры и рыбы покупают вкусные, а самое главное – свежие, незамороженные рыбные деликатесы. Да, рыба вся полезная, и свежая, и соленая. Ну, кто любит копченую, тому копченую. Мы гости Рязани. Мы приехали с Краснодарского края. Гости. А вообще, мы проехали бывший весь Советский Союз и служили на Дальнем Востоке. Рыбы ели очень много. Слабосоленая чавыча, я уже брала ее. Мне понравилось, поэтому я здесь всегда беру. Холодный сезон, время вирусов и простуд, для профилактики и лечения которых предлагают самые разные лайфхаки, в том числе особые диеты. По словам врачей, более тяжело заболевание протекает у людей с дефицитом витамина D. А этим витамином как раз богата морская рыба, например, чавыча, которую еще называют королевским лососем. Чавыча мне нравится, холодного, горячего копчения. В нашем возрасте икра очень полезная, потому что там очень много омега-кислот. Белорыжицу. Чавычу я всегда каждый раз беру. Сколько они приезжают, всегда постоянно беру. Другой камчатский деликатес, который здесь можно приобрести, это икра. Состав натуральный, уверяют продавцы. Сама икра и соль. Она богата витаминами А, Д и Е, а также белками, фосфором, кальцием и полиненасыщенными жирными кислотами. Выставка продажи икры и камчатской рыбы расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Выставка «Икра и рыба камчатская» будет работать до 5 ноября включительно.